Дорогие друзья, с вами игра «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Я Кирилл Махров. 5 вопросов очередные готовы. И я готов задать их очередному участнику. Пойдем зададим. Здравствуй, представься, пожалуйста. Туров Илья. Меня Кирилл зовут. Ну что, мы сегодня поиграем с Ильей. Слушай, Илья, я тебе задам 5 вопросов. Надеюсь, ты мне все 5 правильных ответов дашь. Первый вопрос. Смотри, считается, что Москва – порт нескольких морей. Портом с каких морей называют Москву? Вариант ответов. 5 морей, 3 морей, 2 морей. Я думаю, 5. Москва – порт 5 морей. Уверен? Нет. А насколько не уверен? На баллов. На баллов. За сколько ты оцениваешь свой ответ? На 2. 2. Москва – это порт 5 морей. Это правильно. Видишь, как здорово. Назови кличку собаки, которая в известной басне Крылова лаяла на слона. Жучка. Жучка. У нее немножко было другое. Тоже такое простое название, простая кличка. Ну вот, чуть-чуть. Бывает. Ну, давай, думай. Я не знаю. На «мэ» начинает. На «мэ»? Нет. Вторая буква «о». «Мо». Ну, правильный ответ – «моська». Ладно, третий вопрос. Ничего страшного. Кто из героев советских мультфильмов призывает всех жить дружно? Кот Леопольд. Точно? Да. А муж волк? Нет, кот Леопольд на 100%. На 100%, то есть на 5 оцениваешь? Да. Это правильно, это действительно кот Леопольд. Американцы это животное называют койот. А как это животное называем мы? Песец. Песец. Нет, тоже хищник. Но такой, более грозный хищник. Волк. Волк? Ну, как вариант. Насколько ты уверен? На 50. На 50. Ну, на 2,5 балла так не получится, или на 2, или на 3? Давай. На 3. Это действительно волк. Это волк. Чем согласно русской поговорки нельзя испортить кашу? Маслом. Точно? А может, вареньем? Нет, маслом. Может, шоколадом? Нет, маслом. Маслом. А на сколько уверен? На 100. На 100. То есть на 5 баллов? Да. Кашу маслом не испортишь. Это правильно. Ну, Илья, 20 баллов ты не набрал, но, как я тебе обещал, обязательно приз ты получишь. Вот такой вот браслет на память об игре. Одевай, носи и гордись тем, что ты был участником игры «Думай, знай, познавай» Супер Блиц на телеканале «Видное ТВ». Уверен, что мы еще поиграем. Спасибо. До свидания. Пока.